Финляндия объявила о том, что оставит сухопутную границу с Россией закрытой на неопределенное время. Причина – наплыв мигрантов из третьих стран. В Хельсинки убеждены, что беженцев к границе направляет Москва, в том числе из-за вступления Финляндии в НАТО. Кремль это отрицает. Также сообщается, что с середины апреля будут закрыты 3 морских пункта пропуска. No tietenkin Ukrainan tilanne vaikuttaa aika paljon siihen ja muutenkin ehkä se asetelma, että meidän itänaapurin näkemät vihollisen on mielestäni aika pelottavaa ja paljon pitää muuttua niin kuin, no, rauhallisempaan suuntaan. Niin kuin ainakin tällä hetkellä näyttää siltä mun mielestä, että niitä ei tulla avaamaan hetkeen ja että niin kuin kyllä pitäisi paljon muuttua, että ne voisi avata ja että... Финляндия начала закрывать сухопутную границу с Россией с конца прошлого года после прибытия в страну необычно большого числа мигрантов. С сентября по ноябрь в Финляндию въехали свыше 1300 беженцев. Большинство из государств Ближнего Востока и Африки – Афганистана, Египта, Ирака, Сомали, Сирии и Йемена.